Всем приходящим без зла желаю только добра, с вами Шаман, канал Шаман БЛР, и сегодня у нас довольно интересный, на мой взгляд, боёчек на Кромвеле от игрока Кадан Кадай. Мне стало интересно, как на этой машине 6 уровня можно в турбаче, судя по результатам боя, ага, я понял как. Сейчас договорюсь, сейчас пошла заруба, пошел замес, все правильно, не пропускать, застопил под своими, хорош, да, получил, но это очень рискованно с этого респа захватывать гору. Я бы делал примерно то же самое, что делает он. Это риск, если бы встретили, да, если бы у них больше танков поехало сюда, встретили, отправился бы в ангар. Но если вы забираете гору с этого респа, это открывает совершенно другие возможности. Теперь становится понятно. Господа, я вынужден заспойлерить 5000 урона. 5000 урона на Кромвель Б. Точнее, не на Кромвель Б, а на Кромвель. Кромвеля Б уничтожили, отправили в ангар. Стоит зазевавшийся. Через каточек лупи. Не хочешь, я бы через каточек. Залетело. Не обращает внимания. Не воспринимает всерьез нашего игрока. 972 урона. Хорош. Господа, на 10 уровне, да? На 10 уровне 5000 урона. Далеко не каждый статист, далеко не в каждом бою выдаст. Тем более на этой карте, но эту карту убрали с 10 уровней. Но тем не менее. Кстати, очень повезло. Оттуда кто-то стреляет. Я не успеваю. Смотрите, какая динамика. Турбач. Они лезут. Тихо. Ой-ой-ой. Это барабанный тунчик. Барабанный. Хорошо, что закоточили еще. Продли. Хорош. Взяли на фокус. Вот это заруба. Бодрая танковая рубилова. Каточек. Тихо. Хотел поразмышлять. Мне не дают времени здесь поразмышлять. Повспоминать былые времена, когда на Кромвелях многие статисты играли, да, и на Хелкотах тоже. Ой, как хорошо, как приятно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Хорош, 2622 урона, 2 фрага. Хотел было сказать, повезло, что воду не заняли противники. Оттуда с воды разваливается. Противники вообще в этом бою гору не заняли. Некоторые пытались, в частности, Кромвель Б, которого первым же отправили в ангар. Е-25 здесь уже стоит, нахлобучивает. Ай, не повезло, что ты понимаешь. Он понимал, что нет времени досводиться. Е-25 выстрелит раньше союзный. Поэтому не до конца досвелся и улетело куда-то. Ой, как, смотрите, вовремя он перемещается. А они сдаются, они сдались. Противники сдались. Я раньше неоднократно говорил, господа, если у вас, ну, не выходит у вас на десятках, да, ну, вдруг такое, да, играйте на чем-то мелком. Вплоть там, кто, никто не запрещает. Может быть, кем-то это считается неприемлемым, да, как-то. Но если, ну, не получается на десятках, на 10 уровне груши для битья выступаешь, ну, играй на чем-нибудь помельче. Кстати, этот игрок и на 10-ках груши для битья не выступает. Статистика, значит, этого игрока такая. Игрок как минимум выше среднего. Может быть, где-то с заявочкой на бирюзу, ну, не фиолет. Вот такой вот игрок, ветеран в игре. И судя по его статистике, я сделал вывод, что интерес к игре утрачен. Я ж ни в коем случае, я ж без претензий. Это, наоборот, нормальное явление. Ух, как вовремя, да, там стоять долго нельзя. Интерес к игре утратил. То есть на старых танках, те, которые давно в игре, да, у него показатели очень-очень хорошие. А уже вот на новых танках уже видно, что как бы, наверное, уже как бы нехотя, без того огня, без того запала играет, как раньше. И там уже попроседала статистика. Вот. Ну, играть умеет. Я тоже с этого респа, господа, он проигрышный. Я с этого респа влетаю, как правило, на гору. Вот на чем-то, на Т-50-2 у меня много боев. Залетаю, если закреплюсь на горе, значит, тогда можно будет играть. А если нет, тогда будешь стоять на респе и все.
Респ такой, такой респ. У противников более удобно. Куда он въехал? Он уже совсем обнаглел. Ля, что творит? Посмотрите, в автоприцел лупенит. Хорош, за камень. За камень. Тараном? Да ты шо, хорош. Командира, 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 командира. Будет лечить или не будет? Тут как бы бой уже закончен. 20 тысяч, а решает потратить 4763. Господа, бодрая танковая рубилова. Я жду, как можно здесь 5000 наклепать в таких турбачах? Ай, хорош. Классика жанра. Гору забрали. По классике команду противника раздолбали. Переходим к результатам боя. Мастеросик. Нуба нашивочки. Основной калибр. Медаль воина. И даже в плюсе по серебру. Ну что ж, господа, всем спасибо за внимание. С вами был Шаман, канал Шаман Блэр. Всем приходящим без зла желаю только добра. До новых встреч в эфире. Всем пока, всем до свидания.